Еще раз всем привет. 1500 раз уже сегодня сказал. Вот Коля меня снимает. Вот такой эспандер он предоставил. Вы знаете, что есть цветная серия. Она стала с недавних пор выпускаться, как стал торговать Canon. Canon Power Wars стал покупать эспандеры у барабана. Он их заказывает на заводе в Австрии. Цветные эспандеры. Опять же, те же цифры, но цветные. Там красного цвета, голубого цвета, зеленого цвета. Разные. Вот черный эспандер. Черный наводим. Он прописан 300 РБ. РБ-300. Очень серьезная машина, но видно сразу просто по всем отношениям. Вот. 70,5. Стандартная ручка. 95. И на пружине. Вот, на пружине 7,8. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здесь уже нам вставочка не нужна. Что у нас за усилия на барабане, на черном барабане. Очень жгучая такая накатка, конечно. У меня такое, кстати, такой у меня точно 280-й. Но нару, с маленьким расстоянием. Алюминий такой, конечно, врезается. Тело. Поехали. Даже придерживать не надо. Настолько все очень мощно. Параллель только прошли уже 50 килограмм. Ну, 76, кок 3,5. РБ-300, черный, 75,8. Вот такой 300-й барабан, 76 килограмм. У нас получился с Николаем. Встречаемся дальше на съемках. Пока.